Всем привет! С вами ваша Танюша. Сегодня я сделаю для вас распаковочку моих покупок из магазина Fix Price. Fix Price, любименький. Огромный пакетик. Покупочек много. Много всего интересненького. И даже имеются новиночки. Что ж, смотрим. Первое, что хочу вам показать. Взяла в этот раз тесс. С банановым вкусом. Чай с клубничкой и с бананом. И мне было интересно, какой же будет вкус. По-моему, я не помню, я брала его или я брала в каком-то в другом чае уже с бананом. И мне он понравился. Но я надеюсь, что он будет тоже неплохого качества. Вот этот вот тесс с бананом. Чай с бананом. В прошлый раз я брала с каркаде, да, гибискус. Гибискус оказался каркаде. И мне он не зашел. В общем, ну, как бы... Вкусненько, да, ну там грейпфрут и каркаде, ну это гибискус, оказалось гибискус каркаде, то есть у меня чай все время красного цвета был, и по вкусу он был просто как обычный каркаде с ароматом грейпфрута, вот, ну не знаю, вот банановый я не помню, уже брала, если брала, то, наверное, миллион лет назад, но... Пробовать сейчас не буду, я вам потом сделаю вставочку во влоге и поделюсь с вами... своим вкусовым, как бы, и поделюсь с вами, каков же этот вот вкус чая с бананом. Взяла вот такие вот салфетки, обыкновенные, казалось бы, но они необыкновенные, они с прикольными принтами. Здесь 200, 280 штук салфеточки, стоили 79 рублей. Производитель Лилия, ну, в общем, типа, хорошие, да, ну, Лилия, я брала обыкновенные, чисто белые, но мне, в принципе, нужны были чисто белые, но не было Fix Price чисто белых салфеток, были вот с такими вот принтами, здесь какие-то кофейные, там, да, там, зерна, сердечки, надписи и лимончики, но, в принципе, меня все устраивает, даже вот эти вот забавные принты, они меня в целом устраивают, вот, ну, салфетки, мы пробовать их не будем. А вот это мы будем пробовать, потому что это я взяла впервые. Сок сады Кубани я уже брала, только другого вкуса. И вот в этот раз я взяла грушу. Мне очень понравился этот сок. Сады Кубани, он в принципе очень даже неплохой. Стоимость его 55 рублей за 1 литр. Кстати, по-моему, 55 также не подорожал. Здесь он еще идет дополнительно с пломбой. Или 55, или может быть даже дороже чуть-чуть. Но там незначительно подорожали цены Fix Price. Ну, на некоторые товары прям очень, а на некоторые, в принципе, приемлемый ценник. Вот, такой же остался. Ну, там на 2, на 4 рубля где-то. Ну, как бы не сильно страшно. Это не то, что в других магазинах на 20-30% подорожали продукты. О, смотрите, он прозрачный. Груша. Ну, о, вау, вообще запах прям груша-груша. Обалдеть. Слушайте, это не компот из сухофруктов, это реально сок из груши. Вот реально стопроцентный, ну не стопроцентный, наверное, что там, да, там какой-то процент, я сейчас вам скажу. 40% доля сока фруктового пюре. Вот, ну в принципе меня устраивает очень классный сок груша. Ну блин, молодцы, Fix Price поддерживают нас в эти нелегкие времена своими еще более-менее доступными ценами. Вот этот сок мы пробовать не будем. Это гранатовый сок, азербайджанский. 100% натуральный сок. 100% 1 литр. И реально я пробовала вот такой же вот гранатовый сок. Ну, не азербайджанский. В других магазинах он просто вот вода водой. Просто подкрашенная вода кисленькая. А вот здесь он 100% гранатовый. После него даже выпиваешь вот его там чуть-чуть совсем. И выходит вот как испарина. Знаете, как вот, ну, реально вот витамин С, он дает всегда какую-то испарину на лице. Ну, у меня, во всяком случае, вот так. И 1 литр. Если вы вдруг не пробовали, я вам очень его рекомендую. У меня практически всегда в доме есть этот сок. Я его обожаю. Гранат. А вот это мы сейчас с вами попробуем. Это джем облепиховый от мистера Рика.
Я уже брала этот джем разных вкусов, апельсинов, а нет, из мандаринов, мандариновый, малиновый, клубничный, по-моему. И я каждый раз была довольна этим джемом. В общем, сейчас я взяла облепиху, ну, не было ее раньше, я бы ее и раньше взяла попробовать. Ну, сейчас я его попробую, поделюсь с вами, каков же он на мой вкус. В общем, смотрим. Вот он идет. Желтенький, ну как цвет облепихи, да? Все же знают, как цвет облепихи. Угу. А, вау, слушайте, реально он вот прям облепиха-облепиха. Вот даже вот видите, он такой какой-то темноватый. Такой вот. Ну я просто знаю, у меня мама всегда закрывала облепиховое варенье. И оно такое должно быть и по вкусу. И здесь не прям желе, просто сплошное, да, вот как этот конфитюр или как его желатин кладут, чтобы просто одно желе было со вкусом. Нет, прям кислинка, чувствуется именно вот этот вот кислый вкус именно облепихи. Слушайте, я очень довольна этой покупкой. Стоил он, по-моему, рублей 70, и здесь упаковка 300 грамм. Мне кажется, ну, на сегодняшний день уже, да, согласно всем изменениям в ценах, то это еще... нормально, как бы адекватная цена. Ну а что делать? Как бы уже надо привыкать. Через один, вы заметили? Я так решила, разложила здесь немножко эти товары на столе, чтобы доставать, чтобы было интересно. Через один мы будем пробовать, не пробовать, пробовать, не пробовать. В общем, взяла. Это мы пробовать не будем. Это я люблю. Вы знаете, я голубь. Я постоянно грызу семки. И мои любимые семки сейчас 79 рублей. По-моему, они также и стоили. Даже, значит, не подорожали ни на рубль. И, в принципе, я довольна. 180 грамм. Цена от Мартина. Солененькие. Вот. Большая упаковка. По прежней цене. Вот. Ну, как-то так. А сейчас мы будем пробовать. Да-да-да. Новинка. Не знаю, видели вы или нет, но я ее не видела. Вот такую вот зубную пасту. И я вам говорила про то, что я мечтала о такой. Я много говорила часто, что когда я заказываю там зубные пасты, Faberlic или где-то их покупаю, я всегда хотела, чтобы она была вот такая вот, чтобы не откручиваешь, ты закручиваешь, забыл закрутить, она засыхает. Торопишься куда-то, тратишь на это время. В общем, я хотела, чтобы, ну, когда-то в Aquafresh были зубные пасты, но мне давно уже не попадались такие вот с дозатором, знаете, просто нажал, да, и все, и вот тебе, пожалуйста, быстро почистил, не надо ничего там накручивать, откручивать. И вот новинка от Fix Price, Smart Dent, вот такая вот зубная паста интересненькая. И мне она понравилась, вот как бы и цветом, дизайн, флакончик, все небольшой, много места не займет. Здесь 130 грамм, она еще у нас идет отбеливающая с папаином, я не знаю, что такое папаин, но содержит папаин и фторид натрия, которые способствуют отбеливанию зубной эмали и предотвращают образование зубного налета. Применение одним нажатием нанести небольшое количество пасты на зубную щетку, чистить зубы в течение 3 минут. Так, ну я буду пробовать. Вот здесь у нас какая-то еще пломба. Мы ее вскрываем и будем пробовать. Да, я взяла с собой зубную щетку. Как раз сейчас почищу зубы и лягу спать. Так, open, open. Здесь так открываем, поворачиваем. Ага, или нет, вот так, наверное. Да, нет, правильно. Повернула сначала правильно. Блин, наверное, сильнее надо нажимать. О, ой. Так, так, так. Секундочку. Набираем воздух. Точнее, выдавливаем воздух. Эй, ну ты где? Так нечестно. Она 150 рублей стоила. За что я заплатила? Где мои деньги? Как так? Fix Price. Эй. Ну я же... О. Ну наконец-таки. Слушайте, она там с какими-то гранулами, как будто бы даже. Вот. Слушайте, интересненькая такая зубная паста. Сейчас я попробую, как она будет пениться. Вот так вот, да, небольшое количество. И какова она на вкус.
Готово. Ну, по-моему, результат очевиден. Вообще, я очень довольна. Очень приятный сладкий вкус. Пенится хорошо. Немного я выдавила, вы видели. И она в достаточной мере. Там не полный рот. Там тебя он не душит. Ты не задыхаешься. Очень вкусненькая, сладенькая, такая нежненькая мята. Если вы тоже фанат вот этих вот дозаторов, да, для зубной пасты, то рекомендую вам попробовать. Да, она стоит 150 рублей, но, по-моему, она того стоит. Тем более, что здесь 130 грамм. Это даже сейчас, да, вот 75 грамм зубная паста, если просто упаковка там стоит 80 рублей, то есть получается, в принципе, даже она еще и выгодна. Если взять две упаковки по 75 грамм, ну, короче, нормальная цена, по-моему. Ну, фу-фу, там, 50-50. Я довольна, я довольна. То, что я хотела. Ну, а вот это вот мальчики могут не смотреть, хотя девушки сейчас, знаете, да, мы, в принципе, при необходимости, ну, можем и мужчин послать за такими товарами, когда есть необходимость. Но это не те самые, это просто ежедневки. Вот, и, в принципе, я была в светофоре их не было, в маяке я была, их там тоже не было. И я такая думаю, блин, если фикс прайс сейчас подведет, я обалдею. Ну, короче, нет, фикс прайс, молодцы. Еще есть там в наличии такой товар. И, в принципе, ценник нормальный, адекватный. 120 рублей сейчас они стоили по карте. Так они 149, типа там стоял ценник. А по карте фикс прайс 120. Ну, здесь 60 плюс 10. Короче, нормальная выгодная упаковка. Ну, как бы, в принципе, как нормальная. При условии того, что их сейчас нигде нету, то это нормально. Раньше они стоили, конечно же, дешевле. Вот. А вообще, ну, как бы, вот, ну, вы поняли. Все, показала, рассказала. Пакет пустой. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Надеюсь, вам интересно было и полезно оно чем-то. Ставьте пальчики вверх, так я буду знать, что вам понравилось все. Пишите свои комментарии, что вам, может быть, тоже уже пробовали и показалось более вкусным, менее вкусным. И, может быть, еще какие-то имеются вопросы, я обязательно буду с вами общаться. Также ставьте, жмите колокольчик, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новых видео. Я же на этом с вами прощаюсь. Простите, уже очень поздно, уже 12 часов ночи. И я, короче, такая уже не могу. У меня язык заплетается, я хочу спать. Почистила зубы, сейчас пойду смою косметику. С вами прощаюсь. Всем хорошего дня. Я выложу это видео явно не ночью, не вечером, а днем. Поэтому всем хорошего дня, хорошего настроения. Я всех обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.